Нам удалось захватить яйца, Ваше Высочество, все до последнего. Прекрасно, может быть, я награжу вас. А теперь идите в тоннели и никому не позвольте пройти. Где яйца? Эта дыра ведет в другую сторону мира драконов. Мы нашли несколько яиц, но они оказались слишком тяжелыми, чтобы унести. В другую сторону мира? Затерянный мир. Спира, ты должен идти. Никто, кроме тебя, не пройдет в эту дыру. Да, конечно, пойдем. Найди яйца и принеси их обратно, Спира. Ты наша единственная надежда. Ладно. Так это ты должен спасти все яйца? Как печально! Послушай, дракон, если ты не хочешь неприятностей, то развернешься и уйдешь туда, откуда и пришел. Теперь эти яйца принадлежат нам, и я спрятала их в таких местах, которые ты не найдешь и за тысячу лет. Кстати, даже если тебе удастся найти яйцо, наши хорошо обученные солдаты быстро разберутся с тобой и вернут их обратно. Если я опять тебя здесь увижу, я очень, очень разозлюсь, и тебе не понравится, когда я буду злой. Спира, так-так, как я рад тебя здесь видеть. Ведь я не видел тебя с того времени, как мы победили Риптора и Эвалара. После того, как ты ушел, мои дела пошли не так уж хорошо. Поэтому я и перебрался сюда, заключив выгодное соглашение с местной колдуньей. Она такая милая женщина и, похоже, тоже очень любит драконов. Мне платят целое состояние за то, что я охраняю кенгуру Шилу. Ха, это ужасное животное, наверное, доставило много неприятностей бедной колдунье. Думаю, я бы мог позволить кенгуру случайно убежать, если ты, скажем, немного мне заплатишь. Ладно, не волнуйся, Спира. Шила не навечно останется в тюрьме. Колдунья приказала казнить ее в следующий четверг. Мне платят целое состояние за то, что я охраняю... О, Спира, мне нравится твоя милая наивность. Твое доброе сердце когда-то может причинить тебе много неприятностей, но это все-таки делает меня богатым. Ха-ха-ха! Надеюсь, ты должным образом оцениваешь то, что я позволяю выйти. Не могу сказать, что я питаю к тебе благодарность. Прекрасно. Прежде всего, я делаю свою работу. Так ты один из драконов?
Да, меня зовут Спира. Никогда не думала, что увижу дракона. Когда-то вы правили всем этим миром, не так ли? И, похоже, остался только ты. Здесь жили драконы? А ты что, разве не знаешь? Они жили здесь более 1000 лет тому назад. И они покинули эти места? После того, как они ушли, они забрали с собой и всю свою магию. Говорят, что когда-то этот мир был миром настоящих чудес. Летающие корабли, поющие леса, шепчущие камни. Но когда драконы ушли, все исчезло. Так вот, почему не работают эти порталы. Да, эти чудеса исчезают одно за другим. Ладно, мне пора домой и во всем разобраться. Приходи к нам, когда захочешь. Спасибо тебе, Спира. Теперь я хочу узнать, что сделала эта ужасная колдунья с моим домом, пока я была в заточении. Привет, Шила! Пока тебя не было, шайка райноков выгнала нас из наших домов. Но все в порядке. Баби и я разрабатываем хитроумный план по их возвращению. Эй, Шила, давай подшутим. Донеси это яйцо до дома Билли, не разбив его. Я должен отплатить ему за то, как он в последний раз провел меня. Яиц, а гигантского цыпленка. Мы покажем этим двум негодяям. Я быстро бы с ними разобрался. Твою любовь. Она охраняется злыми райноками наверху башни. Ты можешь спасти ее? Что? Тебя послал сюда Марка? Я получила приказ задержать его. Благодарю тебя за спасение моего города. Как мэр, я награждаю вас одним из наших известных... Я напуган. Это был самый ужасный цыпленок, которого я когда-либо видел. Осторожно, охотник, это страшная колдунья. Я уже вас предупреждала, это место безопасно для маленьких драконов и котят. Спасибо, но думаю, мы сами сможем о себе позаботиться. А как насчет такого? Возвращайся, когда закончишь школу колдовства. Мне кажется, красивее она, когда злится. Так-так, это ведь мой любимый дракон. Колдунья приказала мне охранять эти кузнечные меха. Но кажется, я могу и передумать, если я буду отвлечен подсчетом драгоценных камней. Что? Нет! И что ты хочешь сделать с этими камнями? Научиться летать? Ха-ха, неплохая идея. Так-так, это ведь мой любимый дракон. О да, драгоценные камни. Хорошо, Спира, теперь ты можешь применять их, когда захочешь. Желаю тебе удачи в поисках яиц. Ты только посмотри, они узнали о том, что похитили это яйцо. Спира, ты как раз вовремя. Я только что видел, как два вора пробежали через эти двери. Да, конечно, они заплатили мне, чтобы я охранял их, но это не важно. Я с радостью пропущу тебя через ворота, чтобы ты догнал их за умеренную плату.
Очень хорошо, Спира. Теперь все за тобой. Может быть, если мы возьмемся за руки и подумаем о чем-то приятном, воры сами решат вернуть яйца. Спира, ты как... Спасибо тебе, Спира. Желаю тебе удачи в поимке воров, похитивших яйца. А, здорово! Ладно, никаких проблем. Теперь у нас еще больше бомб. О, это настоящее приключение! У тебя есть что рассказать таким же фиолетовым? Слушай меня внимательно, ты глупая девчонка. Я только хочу еще раз спросить у тебя, почему ты не избавилась от этого чертового дракона? Я пыталась отпугнуть его, ваше высочество, но он ничего не боится. Не боится, не боится. Зачем же я учила тебя все эти годы? Применять силы магии. Вот книга заклинаний. Призови монстра и уничтожь его. Убить его? Мне все равно, что ты сделаешь. Ты бесполезная девчонка. Только избавь меня от него. Хорошо, посмотрим, что у нас здесь. Вот что. Ты, иди сюда. Ладно, дракон, тебе удалось уцелеть гораздо дольше, чем я предполагала. Но ты даже не догадываешься, какие опасности ждут тебя впереди. Я советую тебе брать своего друга и все те яйца, которые ты смог найти, и как можно скорее возвращаться домой, пока ты еще можешь. Это ради твоего же блага. О, Спира, ты действительно должен расплатиться. Думаю, он привязан к этим землям. Докладываю, все прошло успешно. Жду ваших приказов, сэр. Думаю, для этого вам следует найти своего командира. Эй, а что это такое? Это последняя военная разработка, ракетные установки. Настоящее произведение искусства. Так почему же вы не применяете их, чтобы бежать? Потому что у меня ограниченное количество боеприпасов. Я хочу сохранить их для этого. А откуда вы? Я думал, что драконы вымерли еще более 1000 лет тому назад. Слухи о нашем вымирании немного преувеличены. Мы просто захотели жить в мире и покое. Тогда, если вам нужен мир и покой, то вам нечего делать в нашем мире. Мы уже несколько недель сражаемся с райноками. Пока. Сэр!
Сэр, я захватила вражеские припасы. Они далеко не уйдут. Задание выполнено. Это просто прекрасно, что вы вернулись. Мне удалось вернуть это яйцо еще до того, как оно было захвачено. Привет, Спира. Я как раз отправляюсь на учебу. Спира, ты в это не поверишь. Но здесь полно колдунов и космических коров. Мы должны помешать им, прежде чем они кого-то похитят. Будь осторожен, я уже иду. Мы поймали последнего, прежде чем он смог похитить это яйцо. Подходи, Спира. За этой дверью находится величайшее шоу на всей Земле. Да, это танцы на льду. Можно приобрести сезонные абонементы, но тебе следует поспешить. Что? Ты не хочешь платить? Для чего ты купишь деньги? Еще для одного продолжения? Подходи, спи. Я всегда знал, что ты очень образованный дракон. Ладно, заходи. Вскоре все начнется. Сегодня состоится мое самое большое выступление, и эти хоккеисты могут сорвать его. Каждый раз, когда я выполняю тулупы, они бьют меня своими клюшками. Или мне стоит завести себе партнера, чтобы он был сильным и красивым, фиолетовым и мог дышать огнем. Я поставил эти блоки изо льда сегодня утром, чтобы сделать лунку для того, чтобы ловить рыбу, если ты хочешь и сам попробовать.
5, 4, 3, 3! Мы должны помочь ей. Ты что, шутишь? Она чуть было не поджарила тебя. Да, но она целилась в тебя. Спасибо. Не за что. Тебе повезло, что здесь оказался охотник. Я сама смогу о себе позаботиться. О, да, конечно. Хочешь, чтобы я тебе показала? Прям-таки волшебница, а? Может, мне показать тебе? Ха, я потом с тобой разберусь. Эй, ну зачем же так грубо? Эти двери закрыты, и открыть их может только сила драгоценных камней. Черт побери, дракон! Еще одна пригоршня этих жалких камней, и я могу идти домой. Эти двери... Ты сделал правильный выбор. Это значит, что ты получишь больше яиц, а я больше драгоценных камней. Мы установили здесь бомбы. Мы должны уничтожить клетку, и сейчас будет маленький бумсик. Нам может помочь кенгуру. Ты можешь очистить нам путь. Так Шила поможет нам? Да, уже пришло время. Я уже иду, мои маленькие яйца, чтобы освободить вас. Ой, я опять здесь. Грибы должны быть растоптаны. Не могу поверить, как ты мог уже этого добиться? Кто знает, может быть, ты еще побьешь и мой рекорд? Нет уж, ну ладно, думаю, я должен дать другое яйцо, которое я нашел. Я собирался оставить его для себя, но не знаю, что из него может вылупиться. Ты делаешь доброе дело. Прошу тебя, найди все оставшиеся кости, чтобы мы могли собрать моего друга.
Теперь моему другу стало гораздо лучше. О нет, он опять начал свой танец. Послушай меня, дракон. Спира, теперь все очень серьезно. Колдунья собирается устроить на тебя ловушку, и если она поймает тебя, поверь мне, тебе лучше не знать, что она сделает. Послушай, я обещала позаботиться о остальных яйцах, я все понимаю. Просто возвращайся домой, прежде чем... Я не могу это сказать. Иди же! Ладно, я и так хорошо повеселился. Толкай его палкой. Ах, свежее дыхание свободы. Благодаря совместным усилиям нам удалось отправить их к праотцам. А это было не слишком трудно, да? Да, прежде всего, это именно я выпустил вас. И у тебя хватает наглости приписывать наши заслуги себе? О, успокойтесь. Может, еще? Наконец-то! Прошу вас, разрешите мне побеспокоиться о том, чтобы ваш следующий визит был более приятным. Да, конечно. Ах, прекрасный денек. Он всегда направляется к вершине моего любимого холма. Хорошо, вот и я. Ты это видел? Никто не сможет меня обогнать. И посмотри, я даже не уронил яйцо. Хорошо, Спира, сегодня твой счастливый день. Я и маги заключили небольшую сделку. Если ты немного заплатишь нам, они с радостью поднимут эти ступени и позволят тебе пройти. Держи себя в руках, Спира. Но каждый раз, когда я думаю об этой бедной принцессе, которую схватили негодяи и маги, я просто-таки начинаю рыдать. Хорошо, Спира.
Ты сделал правильный выбор, Спира. Я сообщу магам, чтобы они немедленно подняли ступени, и желаю тебе удачи в спасении этой принцессы или в том, что ты собираешься сделать. Добрый день, Спира! Я бы с тобой поболтал, но я опаздываю. На встречу с очень близким другом. Она только друг, ты же понимаешь, это чисто платонические отношения. В этом я не вижу никакого нарушения воинского устава. Ну да. Где же ты был, Джеймс? Мы ведь должны встретиться в храме, и сейчас я туда направляюсь. И не надо снова рассказывать мне эти истории о национальной безопасности. Думаю, сейчас это не играет никакой роли. Ну что ж, наша встреча состоится только после того, как ты сразишься с ними. Итак, в конечном счете я все же увидела эти ракетные установки. Надеюсь, ваша точность гораздо лучше вашей пунктуальности, ведь в храме все еще находится много ведьм. Должна признать, это произвело на меня впечатление. Но все-таки еще осталось несколько ведьм, и в этот раз они не шутят. Прошу тебя, будь поосторожней, хорошо? Ты сделал это, Джеймс. Я знаю, что тебе нужен лидер сопротивления, но теперь храм полностью в нашем распоряжении. Но сначала у меня для тебя есть подарок. А, Спира, я только что получил послание от моего младшего брата. Похоже, у него возникли кое-какие проблемы с Йоти. Спира, ты же фанат спорта, не так ли? Как ты, наверное, уже знаешь, именно у нас появился великий вид спорта – кошачий хоккей. Конечно же, все билеты сегодня распроданы, но у меня есть лишний билетик, и я могу тебе его продать. Так ты уходишь? Ну ты еще пожалеешь об этом. Пройдут года, и ты будешь делать все возможное, чтобы получить хотя бы еще один шанс увидеть игру в хоккей. Спира, ты же фан... Давай, Спира, это будет захватывающий матч. И я даже сделал ставку на команду Райноков. Будем надеяться, что с местной командой в самый последний момент ничего не случится. Прекрасно. Заморозь котов и забей их в мои ворота. Thank you.
Молодец! Думаю, ты заслужил кубок чемпиона. Будь здесь поосторожней, маленький дракон. На этой верфи будет больше привидений, но не бойся, ведь я был так близок к тому, чтобы найти сокровище. Привет, я подумала, что ты мог проголодаться. О, спасибо. А ты принесла чипсы? Мне жаль, что так случилось, но я пыталась предупредить тебя. Я должен помочь Спиро спасти яйца. Ты просто не понимаешь, если мы вскоре не вернем в этот мир драконов, вся наша магия исчезнет. Здесь когда-то жили драконы? Да. Эти земли являются их родиной, но давным-давно назад колдунья изгнала их в другую сторону мира. Она не понимала, что драконы являются источником всей магии. Может быть, мне удастся убедить дракона вернуться, если ты отпустишь меня. Прости, но я не могу. Колдунья уже создала свою ракету. Мы должны уничтожить ее. Иди за мной. Ты только посмотри, что было внутри ракеты! Наверное, они пытались вывести ее на орбиту. Все, с меня хватит. Я собираюсь создать монстра, который превзойдет всех монстров. И я отправлю его, чтобы он уничтожил всех драконов, даже самых маленьких. Да, да, он раздавит, разорвет их. Да, растопчет и разбросает их останки по всему миру. А, так он убьет их? Это не важно, пока я смогу продолжать коллекционировать их крылья. Что? Все это время вам были нужны только их крылья? Конечно же, ты глупая девчонка. Они нужны мне для создания заклинания, чтобы я могла жить вечно. О, подожди, заклинание? И что же ты думаешь, я собиралась сделать со всеми этими драконами? Открыть зоопарк? Ты сказала, что будет достаточно сдерживать их в своем мире. Ты не говорила, что хочешь убить их. Мне и не нужно убивать их, а просто помешать им совать нос не в свои дела. Ты чудовище! Я не могу поверить, что верила тебе! Глупое ничтожество. Я займусь ей, как только разберусь с этими драконами. Так что же я собиралась сделать? А, да. Может быть, это наш последний шанс, Спиро.
Колдунья собирается применить этого монстра, чтобы уничтожить всех бунтарей из сопротивления, основанного нами. Увы, у нас нет времени на разговоры. Нас ждет битва. Я буду помогать тебе, предоставляя запасы воспламеняемых стрел. Привет, Бьянка. Ты принесла что-нибудь поесть? А то я голодаю. У нас нет на это времени, охотник. Мы должны остановить колдунью. Она собирается уничтожить все яйца драконов. Минуточку, а почему я должен тебе верить? Это может быть еще одна ловушка. Ты ведь сидишь в клетке. Как я могу заманить тебя в ловушку, выпустив на свободу? Я не знаю, но все вы, волшебницы, такие хитрые. Я никогда не думала, что она готова навредить драконам. Давай, у нас мало времени. Спиро, я знаю, что ты мне не веришь, но я хочу помочь тебе остановить колдунью. Существует способ открыть портал и в ее потайное логово, но для этого нужна очень сильная магия. Если ты сможешь найти больше яиц драконов, то, думаю, моя магия будет достаточно сильна. Ты сделал это, Спира! Ты нашел достаточно яиц драконов, чтобы открыть портал. Когда я открою его, ты можешь сразиться с колдуньей, когда будешь к этому готов. Но будь осторожен, она будет ждать тебя. Так-так, Спира, посмотри, что у меня есть. Это фигура космической мартышки в настоящий размер, дополненная полностью рабочим лазером. Я бы с радостью отпустил ее, чтобы ты с ней поиграл. Но колдунья считает ее опасной. Ты не хочешь освободить его? О, в чем дело, маленький дракон? Или ты просто завидуешь тому, что никто не создал фигуру в твою честь? Так-так, спи. У тебя всегда была такая слабость помогать слабым и глупым существам, не так ли, Спира? Ну ладно, надеюсь, не произойдет ничего плохого, если я его выпущу, так ведь? Ура! Я свободен! Спасибо, Спира! А ты когда-нибудь видел мой танец? Нет. Значит, сегодня тебе повезло. Тогда смотри.
Мой танец очень веселый, но я люблю, когда остается побольше боеприпасов. Я слышал, что ты сражался с колдуньей, ее армиями и надрал им всем задницы. И сейчас я хочу сказать «Ура! Гип-гип, ура!» Я бы хотел остаться в моем мире, если бы его захватили Рейноки. И увидев колдунью, я быстро преподал ей пару уроков танцев. Пока! Что это было? Ты видел Рейнока? Мне кажется, я видел Рейнока. Убери его от меня, Спира. Никогда не проводи целую неделю в клетке. Да меня достали эти Рейноки. Ха, ладно, мне уже пора идти. У меня еще много дел. Спира, ты как раз вовремя. Банда скейтбордистов Рейноков бросила нам вызов принять участие в гонке. Они сказали, что ты медленнее, чем Светляк. Но я вступился за тебя, сказав, что я видел очень быстрых светляков. Ну что, ты готов к гонке с этими ребятами? Они поставили яйцо на то, что ты не сможешь. Хорошо, ты можешь воспользоваться моим особым скейтбордом. Каждый раз, когда ты делаешь трюк, он создает турбозаряд. Ты можешь применять турбозаряды в любое время, просто нажав кнопку «Квадрат». Удачи!
Хей, Спира! Я помогаю своим друзьям вернуть секретные планы ракеты, которые похитила колдунья. Ты же знаешь, я всегда готов задать этим рейнокам. Привет, агент 9. За этой дверью находятся страшные монстры. Думаю, ты можешь применить свои навыки стрельбы, чтобы разобраться с ними. Помни, чтобы выстрелить, нажми кнопку «Кружок» и применяй кнопки L1 и R1. Ты не должен злить мага, Спира. Я могу решить превратить тебя в синего ежика или что-то в этом роде. Итак, Спира, могу поспорить, ты рад меня видеть. Так случилось, что я знаю пароль, чтобы открыть дверь в могилу каменного голема, но кажется, я немного его подзабыл. Если ты, конечно, понимаешь, о чем я. Это очень хорошо. Я слышал, что в этой гробнице достаточно сокровищ, чтобы заплатить выкуп драконам. Так говорят. Итак, Спир. Ладно. Итак, пароль для открытия гробницы — это... Ты готов? Прекрасно. Так, вы только посмотрите. Появляется здесь, чтобы ограбить гробницу после того, как я уже все сделала. Я целый день нажимала все включатели и убирала ящики. А ты просто вломился сюда и хочешь завладеть сокровищами. Хорошо, можешь это себе взять.
Шериф пообещал мне, что я смогу стать его заместителем, поэтому я готов помочь истребить всех динозавров. Это х... Я не знаю, почему эти ребята так стараются похитить яйцо. Это на них не похоже. Наверное, им кто-то отдал такой приказ. Спира, ты только что победил колдунью, спас яйца драконов и вернул свободу затерянным мирам драконов. Что ты собираешься делать теперь, а? Надеюсь, это будет отпуск, проведенный на курорте, а? Иногда ты бываешь таким забавным, Бентли. Ты же знаешь, что я должен заботиться о яйцах драконов. И, похоже, охотник опять исчез, и мне придется найти их и убедиться, что все в порядке. Ты случайно его не видел? А? Я? Нет, что ты. Если бы мне пришлось встретиться с ним, то я сразу бы сообщил тебе об этом. Это довольно интересно, Спира. Я только что вошел в портал, который должен был доставить меня в мир драконов. Но почему-то я оказался здесь.
Может быть, мои координаты были устаревшими? Да, на 1000 лет. Теперь мне понятно, почему эта книга так дешево стоила. Итак, теперь, когда ты опять спас мир, ты не собираешься посетить меня? Конечно, Лора, но я должен найти остальные яйца. К тому же охотник опять исчез. Ты сказал охотник? Я могу помочь. Я только что видел, как шел с... агент 9. Кажется, за вон теми кустами прячется Райнок. Райнок! Дайте его мне! Ты хочешь узнать, кто я такой? А вот я тебе задам. А ну-ка, где ты прячешься? Я уверен, что охотник в хороших руках. Я хотел сказать, я уверен, что он скоро вернется. Обещаю, что ты вскоре посетишь Эвелар, хорошо? Сколько раз я говорила тебе не дразнить ее? Это была идея Билли. Это правда, Билли? Ладно, потом, Билли. Спира, рада тебя видеть. Привет, Шила. Я уже весь день ищу охотника. Ты его не видела? Прости, Спира. Охотник заставил меня пообещать, что я никому не скажу, куда он пошел. Да? Но я тебе ничего не говорила. О, нет. О, нет, 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 нет. Да, это грустная картина, Спаркс. Еще один благородный воин пал жертвой любви. Ты только посмотри. Ну ладно, думаю, что мы сами сможем найти остальные яйца. Ну давай, Спира. Давай отдохнем и посмотрим на это. Не волнуйся, Спира, мне уже не нужны твои деньги. Нет-нет, не надо выглядеть таким удивленным. Я нашел одно яйцо дракона, и продав его, я смогу выручить целое состояние. Ого. Почему ты так на меня смотришь? Ладно, мне уже пора идти. Пока. Drat! Ты все-таки сделал это, Спира. Охотник немного волновался, когда ты отправился сражаться с колдуньей. Именно здесь колдунья хранит все свои сокровища, но после того, как ее победили, шайка воров все тут разграбила. Если ты поймаешь воров, то можешь оставить все сокровища себе. Ты только посмотри, это самый быстрый этап по сноуборду во всем мире.
Местными чемпионами является отряд 6, банда Йоти, ездящих на снежных дисках. Могу поспорить, что ты можешь обогнать большинство из них. Если ты выиграешь, мы получим целую гору сокровищ. Если ты проиграешь, мне придется вылизывать всю трассу языком. Да, ты сделал их как шайку отмороженных, хилых, тщедушных и ни на что не способных слабаков. Вот это да! Я не знаю, как она это сделала, Спира, но колдунья уцелела в последней битве. Все это время она ждала тебя, припасая свою магию, чтобы уничтожить тебя. Твой самый лучший шанс победить ее – позаимствовать мою летающую тарелку. Я наложила на нее несколько заклинаний, чтобы увеличить ее огневую мощь и получить неограниченное время полета, но остальное будет зависеть только от тебя. Thank you.
Ой.